support the upper body with some push-ups. We'll use 5 different hand positions. Let's start with normal grip, shoulder width. Ну чё, всем ку? Всем ку? Всем здорово? Да, я сделал свет, пиздец. Наконец-то, да? Наконец-то я что-то там оформил. Ну, по крайней мере, свет хоть какой-то есть, это уже хорошо. Я, в принципе, настроил примерно приближение вебки, чтобы меня было где-то видно. И, ну, было хоть что-то понятно. Так что, в принципе, уже хорошо.
А дальше уже посмотрим. Хотя бы свет есть уже хорошо. А то у меня много света светило въебало, и просто нереально было стримить, потому что пару часов у меня уже головные боли какие-то были и всякая другая хуйня. И было пиздец как неудобно. Так что как-то вот. Поставил замоник, как я написал в диске, это светильник, и он светит вверх. И в принципе света достаточно. По крайней мере, меня видно уже хорошо. Ну, приблизительно хоть что-то уже есть, и я думаю, с этого уже будет более-менее приятно. Так что, ну, по крайней мере, будем отталкиваться от этого. Дальше я уже буду смотреть, что там захочу. Может быть, хоть хуйню придумаю, может быть, еще какую-то дресню, может, вообще поставлю какой-нибудь еще дополнительный свет. Может, еще что сделаю, не знаю, посмотрим. Это уже будет норматив. Мне главное, чтобы было мне приятно. Вот. Самое главное. Я вот не люблю эти яркие цвета, что прям, блядь, было светло, как я не знаю, к новогодней елке. Я такое не особо люблю, и мне как бы особо этого не нужно. Потому что нахуй мне эти головные боли. Мне главное, чтобы было просто приятно и уютно. Это уже будет заебись, хотя бы минимум для меня. Будет хоть какой-то найс. И, в принципе, все. Смотрел, кстати, по игре приколы. Это уже, наверное, потом расскажу. Это пиздец. Оказывается, тут реально нету никаких сохранений. Ой, блять, каких сохранений. Нету, короче, уровней сложности. Зато игра сама по себе не особо длинная, но она коротенькая. Но разрабы что придумали, я сейчас опишу. Человек писал, там гаражу какой-то, блядь, я думал, почитаю. Он, короче, рассказывал, что тоже играл в эту игру, и он охуел, как эта игра отличается от первой части, насколько она сложная. Я сначала подумал, что я ебанат, короче, который играть не умеет в игры, и мне эта игра, блядь, ну, пиздоватая кажется, какой-то, блядь, невнятной и трудной. Оказывается, это, блядь, почти что для каждого второго эта игра оказалась какой-то ебаниной, блядь. Там раз там один из 100 человек говорит, что в принципе нормально, можно играть, а другие говорят, что пиздец сложно. Потому что, мало того, что эта игра сделали какую-то хуйню в виде, вот той стены, которую мне нужно было в Ютубе смотреть, оказывается, не интуитивно понятно. Он говорил, потому что это реально какая-то хуйня, которую ты никогда не используешь. Когда нужно было вывеску скинуть на типа вниз, тоже интуитивно непонятно. Ее можно, кстати, расстрелять было. Хотя прицел не наводился, не показывал ничего. Неинтуитивно понятно. Какие-то вещи тоже интуитивно непонятны. Спамы врагов, которые тебя спамят. Ты думаешь, что нужно выдержать какую-то волну? А тебе, оказывается, нужно какую-то хуйню сделать. И на иные разы ты думаешь, блядь, опять спам врагу, тебе нужно что-то делать. Оказывается, тебе нужно волны выдерживать. Это вот просто-напросто какой-то спам врагов. Когда разраб просто тебе делает так, что тебе было просто трудно. Когда тебе просто нужно бить врагов вместо того, чтобы просто проходить дальше. Ну, там много интересных таких вот вещей говорилось. И в каком-то принципе он даже прав. Если честно, я даже не знаю, где я остановился. Вот я понятия даже не имею. Тут я был, блядь, подожди. А где я не был? Так, турбина. А, котел. Блядь, я в котле не был. Точно. Котел? Ну, котел. Да, здесь, блядь. А, ну да, у меня хп 0. Охуенно закончил игру, этот уровень. Нихуя у меня нет. Типа иди ебись как хочешь. Заебись игра. 10 из 10. Дробильный цех. Целая комната. И, похоже, придется идти через конвейер. Что он тут делает?
Фу. Черт, у меня заканчивается кровь. Да я понял. Хуя. Блять, опять лопатчик. Лучше беги, это не поможет, но, возможно, тебе так будет легче. А если ей? Охуеть. Нет, я не желаю. Я вообще ничего не желаю. Все, короче, ребят, давайте я лучше пойду. Кстати, можно попробовать этот топ, блять. Во. А чё надоёт? Тут надо сделать. Ерлоцк. Два патрона. Найс. Что это? А, он взорвал. А, это гранаты. Понял. Что мне сделать надо? Блин, конечно, прикольно, что его разорвало, а... И сколько ты еще протянешь? Yes.
прикольно. Бля, ему поебать! Побежал. Ладно. Странно, как это поможет, конечно. Наверное, как-то. Блядь, ты залезешь на него? Ай. Давай последний. Помогло. А, понял. Кровь. Ты никогда этого не забудешь. Лучше со мной не связываться. Пиздец, конечно. Все ее станлочит. Все. Сколько мне еще кидать, скажи мне?
просто перепрыгнуть я не мог. Это не мог. Синтезирование? Нахуй синтезирование. Конечно. Неожиданный поворот, да? Бля, серьезно? Бля, где? А почему я тут выгораю? Я ж в тени. Как эта игра работает, блядь? Уже через жопу. Вот и на через бок. Блин, там сам себя убивают, что ли? Удивительно, это было просто. Thank you.
Погрузочная рампа. Заказ отправлен во все удаленные точки. Район мясозавода истощен. Мы уже переловили там всех. Пастухам пришлось даже схватить несколько туристов, чтобы заполнить емкость. Это уже не важно. Сегодня мы выходим на свет. Они еще будут в очередь выстраиваться. Это последний заказ на ближайшее будущее. Загружайте и отправляйте. Самая крупная партия. Команды в метро готовы? Я проверю, хозяйка. Что-то задница. Быстро внутрь, уроды! Это последние! Убирайте эту клетку отсюда и заприте ворота, чтобы никто не выполз! Я у них тут все жестко. На. Что там по стриму идет хотя бы? Удивительно, но он идет. Ладно. Это добро, это добро. Пошел нахуй. Ого, родился. Не сюда? Пошли. Нет.
Значит, они перемалывают уличные отбросы, сливают кровь и сбрасывают отходы. И так они создают свой саван. Да, думаю так. Они смешивают кровь с химическими веществами. Ух, жуткая смесь. Потом все это закачивают в башню в центре комплекса. Ты можешь попасть в башню с крыши здания, где ты сейчас находишься. Хотя, если бомжи всегда скидывают все, ну, в принципе, кого находят. Что? Как они заебали, просто пиздец. Как жить-то, блядь? Это ты устроила все эти проблемы на моей фабрике, да? Да. Точно. Ага. Так ты готова? Встретимся наверху. Ну окей. Ну ладно. Я могу просто пробежать, блядь. Откройся, откройся. Блядь, это, наверное, голос программиста, который говорил: ха-ха-ха, а тебе не сюда. Точно заноза, да что ж ты скажешь? Эта заноза сейчас станет еще занозистее. Поднимешься или мне спуститься к тебе? Я на. Еще уж хорошо. Блять, как да они? Мне насрать, даже если все это чертово здание развалится на чертовы куски. Ему тоже наплевать. А если эта партия не отправится прямо сейчас, нам всем задницы поотрывают. Пойди и скажи этим засранцам. Стой. Знаешь что? Почему так долго? Пора. Почему так долго пора? Бля, диалоги Жака Фреско. И просто. Даже не загадка, а диалоги. Восхождение. Ну, давай восходить, блядь. Ты там что-нибудь видел? Тихо, Виктор. Мы видели хозяйку, она просто черная от злости. Тоже мне новость. Так, и как нам разрушить эту штуку? Надо не дать им выпустить этот саван. Трудно сказать. Думаю, мы можем найти машины, которые дают энергию для производства этого савана. Если разрушим эту систему, тогда и башня будет остановлена. А вот и кое-что для тебя, Рейн. Твоя подружка направляется на крышу. Ты слышишь, Фаррелл? Я иду за тобой. А что-то мне кажется, это ее подружка. Кажется, что это ее подружка, за которой она идет, и пиздец мне пизды понадает. Так фиг звездюли. Ёпта.
Ну все смешно. Смеются, сидят, блядь, хуй знает. Ну, кстати, вот этот вот гран... Бля... Сколько ты еще протянешь? Что я должен делать? Вот что я должен делать. Пиздец, он должен... Он даже садиться не хотел. Да пиздец. Мне оружие зарядить не могу. Мне нужно еще оружие зарядить же. Как почему делать? Им нужно оружие зарядить. Блять, ну идиот, пиздец. Можешь слезть, пожалуйста, спасибо. Если бы не вошел, просто бы не вошел и все.
Нормально, я оружие все зарядил. Огромные машины, какие-то жуткие насосы. Наверное, они закачивают саван в эту башню. Посмотри, можно ли их разрушить. Да, посмотрим. Что я должен убить? Да заебал! А, да? Не попал. Упс, это я сломал. Мальчики, вы забрались сюда, чтобы увидеть меня? Что же, не буду вас огорчать. Потанцуй. Это будет долго заживать. Это все я сваливаю. И подарок на прощание. Да, блядь.
написано. Просто там была труба, я думаю, можно залезть на трубу. Блять, вы заебали. Куда? А куда ты улетел? Поднимайся, какой-то, блядь, подъем нахуй. Ладно. Что, блядь? А еще больше можно хп отнимать? Ну так, на всякий, чтобы еще больше. Чуть легко. Но надо еще больше, чтобы хп отнимал. Прям моментально за одну пулю меня убивало нахуй. Не надо так резко. Хм.
Блять, как. Селин, в этом есть какая-то аналогия. Да, это массивный насос. Похоже, эта сердцеподобная машина заставляет кровь циркулировать по системе, а устройства вокруг принимают на себя часть нагрузки. Если я их вырублю, получится старый добрый. Только выглядят они слишком прочно. Судя по инфракрасным датчикам, к тебе спешит помощь. Бля. Лучше беги, это не поможет, но возможно тебе так будет легче. Еще один. Блядь. Время погибло. Я не понимаю. Легко сюда. Короче, я понял, что нужно делать. В этом есть какая-то аналогия. Да, аналогия с говном. Бля, ну это гибрид макаки никуда не идет. И там застрял. По этой хуйне не было. Время погибло. Блять, какой пиздец. Селин, в этом есть какая-то аналогия. Ну. Блять, а по этой хуйне ты ударить не хочешь? Спасибо, блять. Время поесть. Блять, сука, какая душная момент. Селин, в этом есть какая-то аналогия. Блять, он опять застрял. Время поесть. Я надеюсь, что я надеюсь, что жизнь разработчика также закончится, как эта игра. Не, похуй, если бы, ну, да пиздец, как? Давай.
Не, это нужно его, их двоих убивать, бля. Не, это нужно сначала все довести, и тогда можно уже что делать. Я костер, блядь, за маленький запрыгнул. Заебали, ну отвяньте. Я застрял еще. Сука, какая хуёвая игра. Снова та игра. Блять, какая? Снова та игра. Блядь. Снова этот вопрос. Знаешь название стрима хоть раз в жизни? Хоть этот раз в жизни делаешь? Сука, эта игра. Какая? Дота, блядь, или что? Серьезно? Ой, его убило. Найс. Блин, такие вопросы интересные спрашиваешь. Написано. Мини-марафон Blood Rain. Ну вот и игра. А какая? Блядь, где я? Понял. Но у меня ярости нет. А с помощью нее только и воевал. Может, ты залезешь, блядь.
Блять, я не знаю, куда мне прыгать. Ай, бля, класс. Вот, когда тебе дают, типа, варианты, что делать. Ну, я в том случае, что, например, вот тебя стреляют, и тебе нужно в этот момент среагировать и правильно понять, куда тебе нужно двигаться. Ну, как я могу понять, куда мне тут надо двигаться? Чёрт, у меня заканчивается кровь. Я ж не могу понять, куда мне надо, блядь. Этот долбоёб, блядь, стреляет еще. Сука, ну что за хуй? А, у меня убрали половину здоровья и половину ярости. Блядь, это что за автоточка такая ебанутская, блядь? Разраб её, блядь, делал или что, нахуй? Почему меня ХП отняли? Ай, что? Почему-то игра не хочет быть более-менее дружелюбной к игроку. Вместо этого она хочет просто игрока послать на. А, мне нужно было так сделать. Охуеть, я что знал, блядь. Больно тебе только, блядь. Как ярс восстановил. Бля, я понятия не имею. Это какая-то уличная... Бля. Вас не заебало? Вот. Вас не заебало на разрабах? Спасибо. Крутой удар. По-моему, да. Охуеть просто. Охуеть просто. Дар, блядь. Блядь, ну, блядь. Пиздец такой. Зачем ей сделали это? Тему, что она тоже башится. Блять, это самое хуёвое, что придумал быть автором. Просто автор реально ебаный.
Блять, турнир когда-нибудь закончится вообще? Быстрее, Рейн. Верил. Верил. Ужасно, ужасный уровень, господи, ужаснейший. Это реально как на Олимп, как Геракл на Олимп забирался. Жесть какая-то. Прекрасно. Весь мир мои джунгли. Дорога ложек. Ты еще увидишь, Кейган. Мое имя будет вселять ужас. Не думаю. Я развалю эту башню. Даже если уйдешь живой, придется пробираться через кварталы щебня. Я настроена совсем недружелюбно. Трупоедка! Полукровка! Неужели ты надеешься помешать нам? Конечно. Иначе стала бы я терять время зря. Я ведь уже заткнула вашу дурацкую башню. Думаю, я уже почти закончила. Уничтожить все насос. Ага. Так. Как им сверху? Так я понимаю, я должен забить на нее хуй, да? Ну, попробуем. Блять. Ну, бомба, блять. Так, подожди, а эти пацаны зачем сюда поперлись? Что мне сделать надо в данном случае? А челики подойдут? Спустись, блин. Я тебе ебланка ебаная. Ну. Что мне сделать надо? А, нужно самому их развалить. Время взять кредит в банке крови. Бля, ну она сильная, кстати. Пиздец. По шарам понадавала. Что ж такое?
Прикольная игра. Жаль, не особо рабочая. Время поесть. Держи вкус. А, все с одного удара. Ну, понял. Читать хп с одного удара. Ну, да, да. И каждый раз забираться. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно ты уровень. Просто прекрасно. Хочется дать премию Дарвина человеку, который придумал этот уровень, блядь. Не уровень, то сказка. А, да, она уже зайди меня, да? Понимаю. Да в смысле? Черт, у меня заканчивается кровь. Блять, а у меня терпение нахуй. Первый. Опа. Бля. Присня, господи. Ладно. Вставай, блядь, шашлык ёбаный. Что мне еще разрушить? Я просто... Я в этой красной пелене нихуя не вижу, если честно. Нихуя вообще. И она еще за мной бежит. Я еще в этой красной пелене почему-то демаш получил. А что меня не дамажит в этой игре? Я такое чувство, что я не вампир. Ну, вампир, типа, блядь, это ебану. А я, блядь, я не знаю. Писюн какой-то. Беспомощный. Это ж вообще пиздец. По-моему, должно по-другому-то работать. Пиздец. Время взять кредит в банке крови. Тебе время, тебе все время жрать. Просто, блядь. И вот... Алло, ну алло, блять, ну что это такое? Красно просто. Таких четыре.
Бляха, футбол. Какой балдеж. Нож. Мне нужно сюда надо. Допустим, мне нужно сюда, да? Блять, ты заебешь. Она уже здесь. Блять, какая духота, блять. Ебанутые разрабы, блять. Какая духота, блять. Прекрасно. Эти прекрасно. Ужасно. Ужасно. Мне тогда придется, наверное, разбираться сначала с самым верхним башней. Потом уже думать про эти башни. Потому что... Но это единственный резонный момент. Можно я просто, блять, спрыгну нахуй? Можно я спрыгну, блять? Ёбще, блядская. Ну спрыгни, животное, спасибо. Ужасно, блять, ужасно. Ладно, у меня есть время.
Все, у меня осталось последний труп работы. В принципе, я выигрываю уже. Это ужасно. О, можно лежать под завалом. Мой завод уничтожен. О. Моя башня порушена. Кто ответит за это? Это все дампир-убийца. Почему ты не прислал мне помощь? Дампир-убийца. Что за наглую ложь ты несешь? А кто же тогда сотворил все это? Эфемера, скажи ему. Ах, вот оно что, Эфемера. Ты ничего не доложила. Ты держала это в тайне, ты позволила ей пробраться сюда. Ты подлая, брехливая сука. Тебе это нравится? Ты меня подставила! Фэрил, мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Быстрее, чем я думал. Жаль. Ты могла бы достичь многого. Избавься от мусора. Кинжал в спину. Твой любимый прием. Поэтично, да? Сильнее и быстрее, да, Фэрил? Да. Но только я немного умнее. Может, все же не стоило слепо доверять мне? Это дампир! Да, спасибо, ты ее убрала. Это не конец! Думаешь, сестра? Все же конец. Обратить слуг, кого сможете. Прочих уничтожить. Время пришло. Задерните небо саваном, чтобы я мог пройти по своему королевству, как истинный император. Будет исполнено. Конечно, будет. Это кровь и запах. Это Кейган, да? Ты не так расстроена, как я ожидал. Расстроена? Я рада. Если Кейган все еще жив, тогда я убью его своими руками. Окончательно. Раз и навсегда. Думаю, ты захочешь увидеть это. Остановка времени. Мультики. Почему так быстро завяли? Ебать, как крысы просто. Точно, да. Он тебе прям типа не надо, ага, да. Это еще прекраснее, чем в моих мечтах. После стольких лет жизни в подвалах, дети ночи, наконец, будут править бал. Пора, дочь моя. Превратим эту землю в наш рай. Стирай старый мир. Создай мое царство. Подрывай заряды в городе. Он в нетерпении, он хочет увидеть шоу. А ты передай моему братцу Дауну и его громилам, чтобы прятались, потому что город сейчас рухнет на них.
Прекрасно. Кончилась эра людей. Занялась заря века вампиров. И нахуя это делать? Блять. Пиздец, нахуя. Это очень плохо, да? Не, похуй. Хуже не придумаешь. Ты все сделала правильно, Рейн. Башня разрушена. Но мы не остановили сам Саван. Вампиры могут гулять днем. Их не остановить. Что советует Бримстон? Бримстона нет. То ли не на связи, то ли уничтожены все. Итог в любом случае один. Я безработный. Значит, мы сами по себе, и это конец света. А Кейган жив и здравствует. Все именно так. Что касается меня, то мне есть чем заняться. Ты со мной? Конечно, я вот только думал, может, скроемся где-нибудь? Вдвоем с нашими талантами мы проживем. Может, соберем других выживших и... Но мы не собираемся уходить, так? Не, не собираемся. Будем выслеживать Кейгана. Да, таков план. Кейгану конец. Даже если человеческая цивилизация рухнула за 4 часа, и надежда безвозвратно потеряна. Правильные слова. Мне нравится твое настроение. С ним ты далеко пойдешь. Да, очень боюсь, что так. Они ж только один город сделали, и все. В чем тут, блять, я не знаю. Миру конец. Башня Кейгана единственная. Не, нормально. Я думаю, стрим слег, потому что у меня интернет что-то оборвался. Вроде бы все окей. Парни, вы прямо ниндзя какие-то. Ненавижу ниндзя. Совсем бесшумные. Бросают сюрикены, а у них длинные мечи. Ребята эфемеры. Отлично, значит, и она недалеко, так? Мне бы с ней встретиться. Должок, знаешь ли. Что у нас здесь? Надо пройти через ворота, хоть это трудно. Разбившийся вертолет, винт еще вращается, и куча настырных слуг вампиров. Кажется, у меня есть план. Реально скорость останавливается. Я нашла заблудить. Но минус вся ярость просто. Да? Блять, а я ударить могу? Скажите мне, пожалуйста. Время взять кредит. Сзади она даже лучше. Я ударить не могу просто. Тебе нравится так? Нормально вообще? Черт, у меня заканчивается кровь. Я ж время остановил. Да. Слишком хороша, чтобы жить.
слышать, как ты кричишь. Почему удар ногой не работает? Время поесть. Я встать не могу, какой поесть, блядь. Что сейчас я приходу к тебе. Дай услышать, как ты кричишь. О, да! Давай еще! Чего, блядь? Давай еще. Ты слишком хороша, что... Ну... Ладно. Палач. Так, окей, ну, в принципе, я понял, что мне делать. Потому что в другом случае я вообще не знаю, как мне поступить. Это единственный случай, потому что больше не знаю. Нормально. Осторожней, Рейн. Слуги опасны, но здесь вампиры эфемеры, ее легион теней гораздо хуже. Они бесшумные и очень быстрые. Двигайся быстрее. Парк может быть переполнен ими. Обычно они прячутся в тени. Пиздец какой. Это мой счастливый день. Ты слишком хороша, чтобы жить. Тебе нравится так? Мужика повесили. Ну, о, бычок. Единственное, это вот единственный момент, что можно их побить, тогда, когда они атакуют, тогда можно пойти сзади и усосать их. Нет, всё. Но всегда одно и то же. Выберешься в зоопарк, а зверей не видно. То жарко, то дождь идет, то чертов конец света. Ага. Я даже рада, что пропустила время кормежки. Весь туносец мешает животные зверок, правда?
Опять вы и ваш тупой секретный язык. Все выпендриваетесь. Просто разрезал. Парк на другой конец парка. Иди на север. Надо будет пройти через здание мир рептилий. А, ящерицы? Нет проблем. Просто разрезал. Блин, это вообще пиздец. Похоже, у них тут специальная выставка насекомых. Северин, что заставляет трупы дергаться? Сдаюсь. И что же? Да это не загадка. Я вижу тела смотрителей, явно мертвые, но и явно шевелятся. Какой тип вампиризма может это вызвать? Ты видела деревья в парке и разодранных животных? Ясно, что саван вызывает сильные изменения в природе. Да, это точно. Подстрелю-ка одного. Ого, кажется, я что-то разбудила. Это что это? Можно мне, блядь, мое оружие нахуй? Спасибо, блядь. Что это за срань? Фастиль, осторожней, вы разбудите мертвецов. Простите, босс. Мертвый смотритель. Холодный, не сожрать. Как это холодный? Он еще шевелится. Похоже, наши насекомые друзья нашли что-то более интересное. Ладно. Иисусе, они везде. Пушки их не берут. Они просто перестраиваются. Старайся не трогать гнезда. Видимо, стрельба привлекает или раздражает их. Постарайся не стрелять. Не стрелять? Ты серьезно? Как, черт возьми, я... Придется импровизировать, Рейн. Легко. Я вообще не стреляю. Сейчас вы бы променяли свои большие мечи на зажигалку и баллон лака для волос, а? Найс. Nice.
Фреско, орлик нос, не. Ай, а найсапутно, знайсте с те. Эй, да, ты. Я тоже такое хочу. Иди сюда, ну. Блядь. Чёрт, у меня заканчивается кровь. У меня терпение уже заканчивается этой игры, если честно. Блядь, заново. Блять, ну что ты делаешь? А, да. Время поесть. Пиздец. А как вообще это играть, ну? Что ты делаешь? Куда ты бьешь, блядь? Неожиданный поворот. Какая хуйня. Пиздец. Ну, вот как сражаться, когда против тебя все.
у меня заканчивается кровь. Пиздец. А может, это чучело ударишь, скотина, блядь, жука. Черт, у меня заканчивается кровь. Кто такой я? Сзади она даже лучше. Переско, орнику. Я нашла забудишь. А в смысле? Она стреляет, блядь, животное. Блядь, управление. Время поесть. Я не знаю, что мне тут делать. Это первая стадия, вторая стадия. Блять, с этим управлением ты ж постанешься.
Ёб твою мать. Черт, у меня заканчивается кровь. Шла заблудившись? Дай услышать, как ты кричишь. Не время для скромности. Орекуднос, не. Пиздец. Если бы она меня еще не била бы, то вообще ладно. Почему они бьют быстро, а я будто, блядь, ну, дубинкой, блядь, какой-то огромный шпион.
Блять, как ужасно. Здорово. Ты б знал, какое хуёвое управление, господи. Я, короче, знаю... Слушай, прикол. Я, короче, почитал про эту игру. Знаешь, что люди говорят? В середине игры вы, наверное, уже захочете ее покинуть. А знаешь почему? Сейчас тебе объясню. Многие игроки, которые говорили про вторую часть, говорили, что в ней сложность просто безумная. Почему? Потому что так разраб захотел. Разраб взял и навалил столько врагов, неочевидных вещей и разного такой хуйни, что большая часть игроков прошла эту игру, знаешь как? С помощью читов. Как тебе такое, а? И мне журналист, я считаю журналиста, который говорил, что где-то ближе к середине игры, а я уже дальше середины, уже настолько заебался играть, что вел читы на бессмертие и на быстрые удары, ну типа, чтобы еще типа, ну, сильнее бить. И прошел тогда игру. Прикинь, какая хуйня. Потому что разраб не сделал уровни сложности, вообще ни черта не сделал и решил, что так вот заебись. Вот смотри, вот это был босс, да? У меня нету ни одного челика, что выпить кровь. Мне добавили каких-то челиков, девочек, которые бьют мечом. Но прикол в том, что я ногами не могу эти мечи отбить. Они у них как наш приклеены. Единственный шанс это оббежать их, пока не бьют, и начать их пить. Но вот эта вот барышня, которая сейчас в меня стреляет, она... Понимаешь, вот она дергается вот так вот, вот так вот, вот так вот. А дальше как ты бьешь вот так вот. Она. Блять, вот так вот, нахуй. Это, блять, вот так вот. А ты вот да. Она вот так, блять. Понимаешь, Dark Souls с детства был бы это Dark Souls, если тут была бы боевка. Нету боевки. Вот как даже. Человек, который играл такие игры, описал, это ты просто бьешь дерево. Вот ты бьешь дерево, пока ты его не побьешь дубинкой. Потому что дерево тебе отвечает вот так вот. А ты отвечаешь вот так. Охуенно, да? Игра очень плохого говна, это просто пиздец. Ты знаешь, что журналист сказал интересную вещь? Игра вас ловит на первом левеле. Типа, узнаете, такая интересная тема, там, интересный наш особняк. Она вас ловит на это. Но когда вы пройдете раньше, дальше второго, первого уровня, вы поймете, вы попали не туда. Это, кстати, только еще первый босс. Да я не буду ничего водить. Если мне игра заставляет водить коды, я не буду вообще, я ее лучше дропну. Если игра не заставляет водить коды, я лучше ее дропну. Вот смотри, вот. И появляется сейчас вот эта вот барышня. С персом. И все, это анус, вот. И появляется вот эта девочка, которая стреляет, и эта, которая бьет мечом. Меч у нее. Кстати, если ударить с нее в меч, ты застанешься. Время поесть.
Время поесть, я слушаю всю игру. Мне добавили остановку времени. Вот смотри, в остановке времени, да? Я бью сзади. Я ее бью сзади. Ты видел? Я ее бью сзади, чуть-чуть еще сбоку, да? Она поставила блок. Ну, я бью сзади. И знаешь, что делает в это время игра? Во! А не защита тебе урана. Во, во, во. Ты бьешь блок. Видишь, что она делает? Я сначала подумал, смотри. Ну окей. Окей. Дали одну мечницу, чтобы подлечиться, да? Дали еще ту с дробовиком, чтобы подлечиться, окей. Я смотрю, вот, вот сейчас вот справа, ну, наверху стоит еще девочка, типа, ты можешь ее сбросить и подлечиться, да? Да? А знаешь, что случается, когда я ее такое сбрасываю? Она вздыхает, нахуй. Логично, да. Это есть для человека, но она вампир. Я решил, может быть, мне нужно как-то Dark Souls. Ну, для перекатики делать. Если нажать вот Ctrl, начнется как, ну, вот такие вот перекатики, да? Но они не работают на противника, потому что, ну, ты пьешь возле них, и они тебе могут ударить во время атаки. То есть нету какого-то там метода уклонения. Я, короче, долбоёб, вот так вот 5 минут делаю. Понимаешь? Помогает? Но вот на этом противнике более-менее. Более-менее. Но на той барышне нет. Она стреляет с пистолета, как у тебя. Еще, как у тебя. А... И как я говорил, ты бьешь вот так. Она. Я подбегаю, она сразу меня начинает бить. Можно через питье специальной кнопкой Е, нажимаешь питье, потом Е опять и F. Она делает специальное добивание. Я все перепробовал добивание. Просто у нас в списке приемов есть добивание разнообразное. И получается, когда... Добиваешь определенным приемом, тут ярость становится еще быстрее. Я такой, окей. Но знаешь, что прикол? Если в первой части ярость просто требует от тебя времени на распределение, да, типа ты можешь получать какое-то определенное маленькое количество урона, но тайминг идет просто ярости. Знаешь, как заменилось? То есть ты нажимаешь ярость и не получаешь урон, но вместо получения урона отнимается время ярости. Понимаешь? Замедление крови пить я пытался. Ярость очень быстро отнимает. Плюс, если подойти неправильно сбоку, скрипт не сработает, и ты нарвешься на блок. А в блоке на тебя откинет, еще и ударит. Понимаешь, я вот сижу, когда началась вот локация зоопарка. Пизда. Я думаю, наверное, я тут повешусь. Ну. Как там говорят, БТРП. И вот мне сейчас нужно на этом челике
минимальное количество КП потратить. А мне за меня еще идет жук-монстр. Что интересно. Вот. Так, и мне нужно... А, она умерла? Переско, орнику нос, не. Так. Есть, короче, шанс сейчас не получить хорошо. Есть. Шо. Шо. Смысл, сука, на пистолетами меняет. Она, сука, я. Ноль. То есть она мне, она меня дамажит пистолетами. Что я в это время делаю? Засубили. Пистолетами. Самая бесполезная вещь. Кстати, челики это очень хорошо говорят. Самая бесполезная вещь в этой игре это пистолет. Ярость более-менее получил. Кстати, когда ты в ярости, ты не можешь блок пробивать. Как тебе еще такая идея? Вот это вторая ярость. О, наигрался. Кровавое пламя. Рейн, я тут подумал. Если ты сможешь зажечь огонь, получилось бы эффективное оружие против этих... Да, я уж поняла. Спасибо. Ладно, я прошу. Так. Давайте. Иди тихонько, Рейн. Не стоит беспокоить наших новых друзей. Согласна. Согласна. Обслуживание парка просто никакое. Строго говоря, эти штуки нельзя оставлять включенными без присмотра. Замечательно. Почему у этой щеподробилки такой шумный дизель? Как насчет огня? Все пули непробиваемые монстры боятся огня.
один. Эй, мальчики, классная у вас тут машинка. Но чтобы точно понять, как она работает, надо взглянуть изнутри. Время взять кредит в банке крови. А если бы у меня не было этого? Эй, как насчет огня? Все пули непробиваемые монстры боятся огня. Время поесть. Мне пофигу. Что мне пофигу? Как насчет огня? Все пули непробиваемые монстры боятся огня. Слышит твой крик. Слишком хорошо, чтобы жить. Хочу слышать твой крик. А так тебе нравится. Хочу ударить. Они сюда. Yeah.
А где? Блять. Да ты заебал, блядь. Наконец-то! О, найс, хорошо. Молчаливые, просто жуть. Если бы меня жрали тараканы, я бы визжала, как сирена. Вам надо бы прояснить этот момент насчет темного дара. Думаете, это круто, да? Совсем нет. Вы, наверное, все это на ходу придумываете. Это еще один повод порубить вас к чертям собачьим. Северин, я перед аквариумом. Что думаешь? Это самый короткий путь. Ясно. Но если там бродит толпа пираний, которые попытаются меня сожрать, ты мне ответишь. Ясное дело. Замечательно. Северин, здесь все затоплено. Ну, тогда тебе придется остерегаться. Воды? Спасибо. Все затоплено. Вода в одном участке. А, да?
Да, мне нужны глаза на затылке. Каждый аквариум — бомба-ловушка, и они это знают. Не поебать ли нам, не? Шумно. Что? И все. Самое не бесполезное оружие. Кто меня, блядь, бьет? Пиздец. Высрался там. Сейчас. Главный зал аквариума. Хорошо. Я вижу туннель для стока воды под залом. Наверное, его можно вскрыть, если применить достаточную силу. Если я попрыгаю на люке, это вряд ли поможет? Боюсь, что так. Найди что-нибудь, чтобы пробить пол. Ты это умеешь. Ты это умеешь. Надо бы взглянуть сверху. Вот по этой лестнице. Думай, как пробить этот пол, Рэй. Посмотрим. Достаточно веса, чтобы пробить пол? Бить будешь? Да, еще. Еще? Обойдешься. Все?
Я хочу жить. Я не хочу умирать. Мне вот даже интересно, чего я умер? Наверное, от инфаркта. Я понятия не имею, почему я умер. Ладно, это было прикольно. Бегите, тупицы, бегите! Вот я пропущу. Ну. Она рядом. Эфемера. У меня мурашки по коже. Как много здесь теней. Я бы очень хотел быть рядом и помочь тебе, Рейн. Знаю, Северин. Я бы тоже этого хотела. Что-то с Северином она шашни крутишь, что ли? Я так думаю, поможет мне? Поможет после. Падай, блядь. Ну-ка. За что? Никто. А это чувак? Боссы тут аспект шины, контрол пробел и F. Контрол пробел и F. Это как вообще? Зачем, блядь? Неожиданный поворот, да? У кого для чего? А для чего мне эта атака? Сказать мне никто об этом не удосужится. Тоже так думала. Ты темная сука. А я вот здесь. Я видела, как ты ее продала. Очень эффектно. Так ты это видела? Ей пришлось уйти. Боюсь, наверху есть место только для одного предателя. Ясно. А что об этом думает папочка?
Думаю, мы очень скоро узнаем. Может, он расскажет мне как раз перед тем, как я его разрежу на куски. Если, конечно, успеет проснуться. Окей. Эфемера. Бля, я даже не представляю, а как мне с ней драться? Прошлый раз, прошлый бой, она все время лечилась, так? Как лечилась? Она уходила в какую-то тень? Тень ей давала лечиться. Надо что с тенью делать, наверное? Блять, я не знаю. Я даже не представляю, что я сейчас буду делать. Потому что это если... Основной босс, прошлый босс был ебанутым. Ну, не этот, не мини-босс, а вот этот вот, который был в башне. То, что тут мне делать, я не знаю. Это прикол какой-то. Ладно, ничего страшного, сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас что-нибудь я придумаю. Как мне с ней будут, как я с ней буду драться? Ты грязная девчонка, Эфемера. Играешь в грязную игру. Не позволяй ей отвлечь тебя, Рейн. Соберись. С кем ты разговариваешь, полукровка? Моя старая любовь Северин? Где же он? Вот закончу с тобой и нанесу ему визит. Посмотрим, может, старые чувства проснутся. Знаешь, мне что-то в это не верится. Ты к этому готова? Очень. Только тебе придется присматривать за мной. Я такая коварная. Да, она в эту сранину репортируется. Ну да, мне уже показывают, что типа должен я этой хуйней заниматься. Типа. Черт, просто дерись со мной! Я просто убью тебя. В свое время, своим способом. Так, что там со стримом хотя бы идет? Да. Окей. А чё у меня такие потери кадров лютые? У меня просто невозможные потери кадров. А почему? Пиздец. Ну, спасибо деду за инет. Сейчас я попробую, пойду изружу модем, что ли. Пробую что-нибудь сделать, не знаю. Ну, хоть что-нибудь попробую, потому что у меня 14%, это же вообще пизда. 14% это вообще пизда полнейшая. Ща. Придумай что-нибудь.
кто выжил. Что сказать? Блять, все равно потери кадров по 2, по 4 тысячи. Это ж пиздец полный. Я не знаю, из-за чего это. Даже представления не имею. Просто взяла и накрылась мне медным тазом. Из-за чего это, я не знаю. Ну, я так стримить не буду. Это ОФК. Наверное, сегодня и ОФ. Блять, что я поделаю? Блять, просто инет пиздой дался. Модем не помогло. Ну, значит, провайдером беда, блядь. Когда в Беларуси один провайдер, блядь, ты ничего с этим поделать не можешь. Ты, блядь, или играешь, ну, или стримишь с таким провайдером, или идешь нахуй, называется. Сегодня провайдер сказал мне пойти нахуй. Ничего не поделать. Блядь. Ну, я хотел хотя бы потыкать злодея этого. Ладно тогда. Давайте-то на сегодня все. Я не знаю, как это будет, наверное... Мой разговор сейчас будет вообще в полной жопе. Ладно. Давайте на сегодня все тогда. Надеюсь, завтра я запущу, а завтра уже попробуем добить это говно. Хоть как. Давайте. Тогда на сегодня все. И, как говорится, надеюсь, до завтра.